Тез осмесі ве вүджудымызның инкишафы бұ қасталықның эсас себебі дыр. Шу меселе бүйклеріні ратсызлай, ама балыларға да раст келе біле. Мен белесем насыл қасталыққа қындалаф еткеніні енді анлығандырсыз. Жаловался на плечо, у меня была физическая травма. Ну и вторая – это профессиональная травма, это шея и спина, потому что я очень много сижу. Я занимаюсь в сфере IT, программированием, и больше 10 часов просто сижу за компьютером, соответственно, уже профессиональная деформация. Там очень болит шея, невозможно без каких-то упражнений со спиной разбираться. Инсанның белкемегі бөппе қиын механизмы. Оның доғыру іші өзбетіміздің башқа механизмлерінің чалышмасына тесір еті. Бүгінгі күнде дүнияда белкеме қасталықлары ғайет чоқтыр. Статистикаға баққанда 35 яда 40 яштан сон халқымызның 80% бел қасталықларынен қиналалар. Бұ ненен бағылай кен? Келіні смутихасыстан сора білей. Чаще всего боль просто из острой, то есть имеется какой-то компонент острый. У нас нужно понимать, есть острая боль. Острая боль – это где-то до 3 месяцев. Вот с этой болью мы можем более активно работать и работать в первое время. Если боль проходит больше 3 месяцев, у нас формируется, то есть у нас в организме есть противоболевая система. Если это идет больше 3 месяцев, то идет в ней сбой, и уже просто так с этой болью не справиться, потому что наш организм, наша нервная система, она истощена и начинает понимать, что все, что идет из какого-то региона, который болел в течение вот этого времени, даже если это не боль как таковая, но он ее будет уже воспринимать как боль. Белкемек беденіміздің эса стаяма құрылышы деп сайыла. Белкемексіз инсан не де юрмеге, не де тұрмаға білмес еді. Дүнияда белкемекнен чоқ хасталықлар бағылы. Ен белі хасталықтан бірі сколиоз хасталығы ола. Если брать отдельно, допустим, какую-то проблему, конкретно это про сколиоз, вот, это больше будет касаться все-таки подростков, детей, и там есть свои степени сколиозы разные. Некоторые из них можно лечить консервативно. Чаще всего в детском возрасте мы пытаемся лечить это без операции. То есть это определенного рода гимнастика. Некоторые используют корсеты специальные, которые нужно длительно носить, чтобы вот этот угол выровнять. Но также нужно убирать мышечный дисбаланс. Иногда имеется проблема, если эта степень более выражена и она более большая, то с ней, к сожалению, нам только массажем, только вот этими корсетами, еще чем-то, все остальное побороться не получается, и приходится оперировать, то есть ставить какие-то металлоконструкции, чтобы исправить эту деформацию. Дерс арасында яда іште 1-2 дақа разминкаға айырмақ мүмкін. О вақытта бел ағрысыны тоқтатмақ ола. Анги хасталықны вақтында тедавилемек керектір. Меселені мұстақыл алда чезмеге тұрышманыз. Чүнке ос әрекетлеріңізнен да бетер япа білесіз. Ос сағылғыңызға мұқайт олып, мутихасыларының тевселелеріне диққат айырмақ ұнутманыз.